Привет, друзья! Меня зовут Руслан, я представляю компанию Electrocar Buy. И сегодня приехали зарядить наш электромобиль. Значит, данная зарядная станция, это медленная зарядка, имеет она свой кабель. К сожалению, ее кабель к нам не подходит по входам. Но с нашей машинкой пришел переходной кабель. Сейчас покажем, как им пользоваться. Вот он здесь у нас уже раскрученный лежит. С салона открыли лючок, где у нас привычно находится бензобак. Здесь находится зарядка для медленной станции. Сам кабель имеет значки, которые указывают нам, куда какой штекер подключать. Это для машины, это для зарядной станции. Как говорит производитель, первоначально нужно подключить кабель в зарядную станцию. Что мы и делаем. Все, просто нажали, кабель подключен, зафиксировался. Точно так же подвели к машине и нажали. Кабель тоже щелкнул, зафиксировался. Здесь есть индикатор у нас, пошла зарядка или нет. Через какое-то время, вот, пошла зарядочка у нас. И такой же индикатор имеется на самой зарядной станции. Когда пошла зарядка, здесь загорается фиолетовый. Когда зарядка окончена, горит зеленый. Значит, друзья, зарядочка у нас подошла к концу. Несколько часов машинка побыла на зарядке. Чтобы в этом убедиться, вставляем ключ зажигания, поворачиваем во второе положение. Значит, что у нас показывает наш компьютер? Что заряд дошел, максимальный запас хода у нас 415 километров сейчас составляет. Шкала указывает, что полностью заряжена. Также вот отображен кабель, как и ручной, он указан красным цветом, что движение сейчас запрещено. Значит, как мы будем отключать? Выключаем зажигание. Первое, что мы делаем, это опять же встаем в наш хвост из автомобиля. Нажимаем на кнопку. Здесь видим, что горит зеленая лампочка. Вынули. Соответственно, после уже того мы можем вынимать с самой станции. Видите, зеленая сразу загорелась. Тоже вынули. Посещайте наш сайт Electrocar Buy. Да, надо что-то репетировать или проработать. Да, сценарий. Всю информацию, которую мы будем получать от наших партнеров и которую будем узнавать сами, будем сообщать в блоге новостей. Крышечка закрывается, ну и мы готовы к путешествию.